Знаете, сегодня, когда мы увидели обилие музыкантов, обилие инструментов, и вот столько людей, вообще пустых мест не в зале, да, стоят еще зрители. То есть повышенный интерес к творчеству этой группы «Чайф». Почему? Потому что ребята простые, из народа, да, до сих пор хоть в Москве живут, а вот пульс держат, чем народ дышит, поэтому нам так песни их нравятся. Ну а сейчас две, да, авторские песни. У нас сегодня два в одном, то есть все музыканты играют то, что в первом отделении раньше играли, и то, что во втором, да, и потом уже другие музыканты выходят. Итак, песня называется «Избушка». Не бездорожья, посреди души таежной затерялся старый дом, потерялись люди в нем. А к тому дому не дорожки, а замутились окошки, все вокруг не замело. Ожидания зависли, но ожидания ничего.